В Нерюнгри состоялось совещание работников образования на тему «Открытое образование Нерюнгринского района. Потенциалы и механизмы реализации». В рамках мероприятия был проведен анализ деятельности системы развития образования за 2015-2016 учебный год и спроектированы приоритетные направления развития системы образования района на новый учебный год. Также обсуждались проблемы сферы образования, одной из которых стала заработная плата. Когда я вчера готовилась вот к сегодняшнему выступлению, я точно так же вначале вот эти цифры взяла, потом разговаривала со своими коллегами, и кто работает в школе, кто работает учителями, и обсуждала вот эти цифры. Мне говорили: слушай, ну не может быть, вот, допустим, я получаю работу на 24 тысячи, 35 тысяч, вот там моя напарница получает 50 тысяч, откуда ты берешь данные цифры? Я говорю: мне дали цифры из системы ЗП образования. Поэтому вот я говорю то, что она на сегодняшний день есть. На самом деле, наверное, на самом деле она где-то у нас ниже.